Дорогие друзья, сегодня рано утром в сети интернет мы увидели пост, в котором собирают деньги на лечение известного российского актера Егора Дружинина. Пост выставили звезды российского шоу-бизнеса. Мы начали проверять данную информацию и хотели очень сильно узнать, что же произошло с нашим актером и почему ему собирают на лечение. Нам сообщили, что это закрытая информация. Самим Егором Дружининым пока связаться не предоставляется возможным, его мобильный телефон отключен, а друзья и родственники отказываются что-либо комментировать. Где находится Егор Дружинин, пока никто не знает. Оставайтесь с нами, друзья, мы будем держать вас в курсе всех событий, и уже завтра рано утром, скорее всего, я надеюсь, что мы сможем вам рассказать о том, что же все-таки произошло с Егором Дружининым. До скорых встреч на нашем YouTube-канале, друзья!